Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. И по традиции напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и радуемся. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику. Так что, ребят, всем приятного аппетита и приятного просмотра вам. Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Это четвертая часть прохождения нашего детектива. Вот, чё, мы там что-то раскрыли, что-то нашли, я так понимаю. Сейчас нам надо будет произвести новую ветку. Сопоставить новые улики, которые у нас появились, чтобы убедить нашу девчоночку, чтобы она нам помогала и дальше. Дирижабль, чё, погнали? Так, с чего начнем? Раз дирижабль врезался в здание сразу после смерти Грина, не поставясь счастливо. Счастливо? Для нас, не для них, конечно. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Давай сначала найдем связь между делом Грина и Боином. Как зашифровал Иерахид? Грином и Боином. Так. Это кто у нас? Данные? Доверенный человек Штайнер. План снижения возраста подписки. Так, Джон. Вот это, наверное, слушай. Нет. Не то. Джон Пак. Между... Так, кем? Что связывает Грина со стрельбой на Икаре? Принадлежит известному психологу, доказывает, что она была на Икаре. Символ нарисованный на Икаре. Ну, символ по-любому. Да. Далее у нас символ. Опять дата одна. Новая, вторая, старая, да? Так, нет, погоди, что нам надо? Символ. Известному психологу, так. Модный этот. Ну-ка, подожди. Дружил. Где у нас дружил Джон Пак? Так, дружил с Грином. Ну-ка. А, не, нихуя. Все правильно. Вот так вот нам надо, да? Бесплатные подписки на тело дополнительных. Ну-ка, вот это может быть у нас идет? Нет. А что за символы тут отвечают, блядь? А, можно взять улику прям. Опа. Ковалев выполнил последнее желание друга. Отправил на окончательную смерть. Неужели он сам попрощался со всем миром? Это значит символ и дата. Во. Так, Ковалев там нет. Значит, еще одна окончательная смерть. Они оба покинули этот мир прилично. Плантус письма Грина. Так, думаешь, им удалось осуществить план? Мы знаем только то, что они отдали за него, да? Могли ли кто-нибудь из них, что Грин и Ковалев что-то сделали? Чертовски хороший вопрос, давай проверим. Так, что у нас? Знает ли тут кто-нибудь, что Грин и Ковалев что-то затевали?
А, подожди, где у нас друзья? Не, нихуя. You mixing game metaphors? Hey, people say that. Друзья не подходят у нас. Right. Кто-то знал. А, подожди, слушай. Вот, известному психологу доказывает, что она была, может быть, психолог в курсе. Вот, нет. Подожди, а почему не сработало? О, скрытый. Да, это не совпадение, что он зашел сюда выпить. Он коп и мальчика комиссара, значит, он знал о смерти Грина. Что он тут делает? Вот так? Не, нихуя. Вот так вот, да? Гин встретился с Трэвисом Коллеттом, богатым застройщиком. Зачем? Вот так, наверное, да? Да, блядь, а почему опять это не канает? Просто, говорит, интересно. Правда, но нет. Вот так, что ли, схема? Вот так вот, блядь? Как-то какая-то нихуя не связанная хуйня, прям вообще. Так, завершить анализ. Так, значит, Дин покупал чертежи квартиры Грина у Коллетт, и Коллетт знал о смерти Грина. И этот приказ не заходит на Икар. Думаешь, Дин выполнял приказы комиссара? Работать на кого-то другого. Комиссар старается делать свою работу хорошо, комиссара купили. Давай-ка вот так. Наш старый хрен не чист на руку. Но что он на самом деле хотел? Зачем ему чертежи? Ты начинаешь задавать верные вопросы. Мы что-то упустили у Грина, что-то чертовски важное. Раз все сейчас заняты беспорядком, в квартире должно быть пусто. Отлично, закончим то, что начали. Диагностика завершена. Стоимость ремонта и штраф $938. Косарь целый, чё? К ужину не жди, буду поздно. Так, чё, мы возвращаемся, значит, в квартиру, да, и... После нашей вечерней беседы я понял, что не один. Да, Сара была лишь голосом в наушнике, но это был голос разума. А я нуждался в его советах, особенно если их можно отключить. При этом не хвастаясь, не хватаясь за бутылку. Эй, может отправить тебе курьером? Спальный мешок, шевелись. Стой. Федералы отцепили вход. Поможешь? Сейчас. Нравится быть по ту сторону закона, да? Я в рехабе, не искушай меня. Ха, я его стерл. Так что удачи. Башня Грина. Все заканчивается там, где началось. Ты смотришь слишком много кино. Или, наоборот, немного.
Так, что мы ищем? Большой красный крест. А, есть предложение. Так, сейчас, секундочку, ребята, тут Николаю отвечу. Николай у нас там немножко тупышки. Так, найдите место, отмеченное на карте. Опа, сейф, смотри. А мы тогда не находили сейф, да? Сейф, мать его? Они что, просто его обнесли? Ты уверен, что это тот самый сейф? Если там и было что-то еще, федералы это забрали. Мне жаль. Иногда можно и поиграть. Так можешь хотя бы выяснить, что тут? Наверное, могу. Ладно, ты меня убедил. Ну что, уходим отсюда. Нет. Погоди. Дело не в сейфе. Ты только что говорил совсем другое. Я передумал. Они все забрали. Что ты собираешься делать? Просветить? Отличная идея. И зачем я вообще распинаюсь тут? Так, ну давай. Видишь, кабели куда-то ведут. Так, куда-то наверх, да? Алло, да. Скоро гроза, электроника козлит. Ты куда? 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 Что? 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 Розетка? Похоже на дверь с дистанционным управлением. Может, получится найти что-нибудь рентгеном. А чё, ни пароль, ничего не надо, бля? Ничего нигде нету. Ё-моё, как фонарик-то светит, да? Смотри, там что-то внизу. Так, а что внизу загорелось? А. Так, ну, может быть, там надо нам дальше туда рентгеном надо все проверить. Провод ушел наверх. Не понимаю. А, бля, вот. А тут нихуя.
Блять, какого хрена тут надо впритык вот так вот? Просто и хули толку. A real man of the people. At least that's what he wants you to see. Right. Total bullshit. Но у нас что-то по-любому связано с тем проводом. Так, ну-ка, погоди. Зачем для такого маленького сейфа такой большой генератор? Это не генератор. Это рефрижератор? Что? Нет. Проектор? Пневматика! Что-то открывает, хватит дурака валять. Мы по-прежнему не знаем, зачем нужно это устройство. Продолжай искать. Эта коробка может поднять весь до нескольких тонн. Так, может это корням? Да. Так, ну пошли. Куда она у нас ведет нас? Мне кажется, нам надо вот сюда как-то, да? Опа. Так, это сейф до стены аж метр. Почему? От сейфа до стены. Возможно, мы что-то упускаем. Сейф? Эй, я его закрою. Так, где? Обратно к сейфу. Что-то есть за сейф. Что дальше? У нас есть карта. Какая? Та самая. Бинго, первый секрет сейфа богатей в моей карьере. Тебе бы воровское. Вполне резюме. Я рад, что ты растешь. Слушай, нифига себе. Ты посмотри, здесь какая стена, да? Здесь целая комната Бэтмена. Джеймс, что происходит? Сара? Да иди ты. Так, теперь мы ни хрена не слышим, да? Значит, у Грина было личное подземелье. Возможно, где-то там что-то есть. Вопросов все больше и больше. О, бля. А ты кто? Брайан Терен Ковен. Ты-то что тут делаешь? Если бы не его пожертвования, сиротские приюты в городе исчезли бы. Деловой костюм, встреча с убийцей, с Грином? Посмотрим, откуда ты взялся. Поехали, чё. Поехали в самый низ, в Клуаку. А, нет, мы куда-то наверх. Нет, вниз поехали. What? Но не доехали. Я, походу, мы вниз упадем. Ай-яй-яй! Во-во-во. О чем я и говорил. После тебя остается беспорядок. Соберись.
Джеймс? Джеймс? Я тоже пыталась. Ты там? Сара? Сара? Джеймс, я думал, ты присоединился к когорте мертвецов. Откуда ты? Кто? Где ты? Для начала давай разберемся, где ты. Где-то я. Что это за место? Что здесь произошло? Ну, у меня для тебя плохие новости. Ты опоздал на вечеринку. О, тут рояль, вечеринка какая-то секретная, да? Раздавила люстры? Изысканная смерть. Идеально для высшего общества. Губернатор без штанов, список гостей впечатляет. Даже у моего соседа-идиота на машине его стикер. Интересно, что он теперь думает о нем и его законе? Анна Тернер. Раньше была спортивной журналисткой. Когда наши выигрывали, она брала интересное интервью. Потом ушла в политику и стала главным редактором газеты. Вот это и твой некролог. Опа, смотри, тут кто-то еще. Он стоял под ней. Я поднимаю его и выясню, да? Может быть, мне удастся что-то посмотреть? Ну, давай. Должно быть, пожар наверху повредил люстру. А ладно, но почему она упала и где убийца? Адам Кейдес, а почему я не удивлен увидеть тебя тут? Пороки — твоя стихия. Как тебе удалось забрать эту маску? Хотя, может, она была для тебя привычным элементом гардероба? Интересно, куда она надевалась, да? В прямом смысле слова он использовал болезнь. А, блядь, что-то там, да? Пули на вылет. Император экрана, даже бог. Нет ни одной киностудии, которая бы не целовала ему руку или его пониже. Он обладает куда большим влиянием, чем ты думаешь. Что это? О, посмотри, что-то написано. Все лгут. Они учатся жить во лжи. Так, что здесь произошло? Где тот, кто на них напал? Как они умерли? Что, нервишки сдают? Да пофиг. Он стоял здесь, прежде чем ему на голову свалилась люстра. Он сам себе выстрелил вверх? Пришел на модную вечеринку с оружием? Гребаная бескультурье. 8 миллиметров. Заряженной пушкой? Подумай дважды, прежде чем поддаваться паранойи. Началась перестрелка. Похоже, это... Этого ты не ожидал. Все лучше и лучше.
Plastic scum. Так, куда ты целишься? Чего? Три сразу пули? Это что такое? Опа. Под ногами куча битого стекла. Он мог вернуться сюда, у него было полно времени. Так, это что у нас такое? Как будто на тебя наехал грузовик. Какие загадочные смерти очень. Есть какие-то жалобы? Стекло. Ты кровь, может, это подскажет, как ты сюда попал? А что если он ненавидел себя и помог создать мир, где все ненавидят себя и друг друга? Конечно, это так оно и есть, да? Он словно пролетел несколько метров. Должно быть что-то еще. Почему такая компания? В этот раз я задаю вопросы. Прости, что ты так поздно. Анна. Blagojevich. What do they have to pay him to take all the public's hate? So that was his spot. Government critic sitting with a Критик правительства за одним столом с пропагандистом. Да уж. Нас уже не спасти. Government critic sitting with a propagandist. А, я понял. А как положить-то? Yeah, burn it all down. След? Может, он пытался бежать? А где был убийца? Вот, теперь положить все. Реконструкция. Бля. Черт, недостаточно данных. Я так и не понял, что делал этот говнюк. Он убегал, но почему в эту сторону? Бред какой-то. Максимально бред. Я не могу себе такого позволить. Битая бутылка. Ты спутал ее нападавшего. Где ты сидел? Может, осколки стекла помогут это выяснить? Так, осколки стекла. Бинго! Значит, ты сидел тут. Так, бутылка целая. Этот сидел, чувак, у нас там. Ты атаковал, хотя вокруг летали пули. Почему ты так поступил? Наверное, где-то вот прям вот здесь вот был наш убийца, да? Чёртова проводка, блядь. Чёртова проводка. А, он был вон там. У тебя был шанс, не надо было бежать напрямую. Ну, в такой ситуации всяко лучше действовать, чем сидеть сложа руки. Впрочем, как видишь, исход бывает разным. Ему надоело убегать. Рухнул как подкошенный. Может, он умер в воздухе?
Ну ему вон прям в голову залетело. Я то сразу полбашки нет. Только его что-то остановило или кто-то. Вот она и пуля. Опа. Кто ты? Он стрелял в Блаковича снизу. Может, Блакович увидел Кейдесона и решил, что вместе у них больше шансов. Что за... Застрелись. Так, меня такие не таким не напугаешь. Не напугаешь! Неважно, с люстрой тебе все равно повезло. Кто этот такой был? Чего? Твоих рук дело? У кого-то здесь паранойя, это всего лишь чертова проводка, которая мешает мне работать. Мне нужен свет. Кто такая Сара? Стекло? Множество осколков? По обойму. Что-то сейчас будет, наверное, да? Прям что-то будет. Высокое напряжение. Видимо, питание что-то больше питает. Посмотрим, что случилось, когда мы подключим это устройство. А это еще что такое? Не мог хранить свои скелеты в обычном шкафу. А, вот что это было, да? А вот он наш типок же. Теперь я знаю, откуда взялось это чертово стекло. А я думал, сегодня меня уже ничего не удивишь. Ничем. Это их видел на голограмме? Начну с фотографий. Я тебя не знаю. Они убили его ради веселья? Подожди, надо как-то встать по-другому. А, во! Сенатор Патриша Террас. О, какая ирония. Ее не один десяток лет пытались выставить террористкой только потому, что она хочет изменить мир. Похоже, им все платили из одного кармана. Какие раны? Обожженные. Стреляли из близкого расстояния, да? А, вот так надо. Нет, это невозможно. Должно быть, это какая-то имитация. Точно? Самое время для фотографии твоей подруги. Так, и у нее что-то, где-то что-то еще есть у нее, да? А, ее тащили, кровавый след. Смотри, какой, да? С чего все это началось? Это она убила его? Ты ведь понимаешь, что раскрыв это дело, ты поможешь замести все под одно. Так, не устал в этих играх? Я хочу, говорит, помочь тебе. Конечно. Ты же у нас образец благородства. На Икаре ты не смог сделать то, что должен был. Позволь показать, чью сторону ты выбрал. Я ничью сторону не выбрал. Охренеть, как мило. Я не выбирал ничью, блядь, сторону. Дрейк Стар.
Дрейк Стар, я думал, он использует другое тело. Актер и муж сенатора, они всегда были вместе. Так, он похож на жертву, но внешность бывает обманчива. Смерть тоже своего рода экстаз. Это дорогой фетиш. Очень. Нападавший тоже 9 миллиметров. Но кажется, он истек кровью еще до того, быть он спешил. Он мог наделать большие пулевые отверстия, они помогут определить, откуда он стрелял. Откуда, блять, он стрелял? Пуля прошла насквозь. Еще одна жертва твоего безумия. Имитация — это эко-мрамор. Я ценю все виды искусства. Особенно, если оно помогает определить позицию стрелка. А, он типа был за статуей? А, чего? Координатор, как тебе? Не нужна твоя Сара, да? Бля, я что-то половину слов вообще не понимаю, о чем разговор идет. Я понял, мы вышли отсюда, и чего дальше? Внезапно появился стрелок, убивает Дрейка. Хочешь сказать, убийца был не... убийц не было несколько? В отличие от остальных, это был убит добровольно. Как бы странно это не звучало. Разные группы крови. Судя по всему, сенатор развлекался с Дрейком. Не, нихуя. Это ее и его. Вот, вот, да. Вот, вот так это все и происходило. Dead. Smart move. А дальше она пошла, она пыталась уйти, да. Но силы, к сожалению, кончились. Нож? Ритуальная игрушка? Ничего себе. Наверное, держалась сенатора. Кровь Дрейка, и твоя тоже. Не волнуйся, со мной все в порядке. Она всегда была готова к бою, поэтому люди в нее верили. О, она даже кинуться еще успела, ты посмотри. Она ждала подходящего момента. У Дрейка первая отрицательная группа крови. Это не его кровь. Она тебя удивила. Да. Да, и вот он ей бахнул в живот потом. Килограмм свинца, ожоги на коже. Они боролись, но у него было преимущество. В этот раз 9 мм победили кусок стали.
Она уползла? Ты этого не заметил? Тебя что-то отвлекло. Но это там, наверное, что начали как раз стрелять чуваки, которые сидели за столом. И все как раз складывается. Она чуть тебя не достала. Получается, ты ее на ее стороне? Если она тебя достала, я бы с радостью за нее проголосовал. Сломанные ребра, ты раздавил ее, когда рухнул. И все равно она не сдавалась. Ты меня недооцениваешь. Ну, хоть теперь я понимаю, откуда ты застрелил. И не забывай, Кейдес выстрелил в эту сторону. Приятно знать, что даже у тебя возникают сложности. У меня все отлично, поверь мне. Так что ты сбежал, как напуганный таракан. Бля, его ранили, наверное, слушай, да? Пуля из револьвера наверняка Кэдисона. Интересно, как она здесь оказалась? Им почти удалось тебя убить. Тебе пришлось выкручиваться, и тебе удалось. Неплохо. Тебе охренеть как повезло. Не стоит меня недооценивать. Как можно и долго планировать скинуть ту люстру? Повезло, но должен признать, что был отличный выстрел. У тебя получилось, но я бы очень хотел взглянуть в тот момент на твое лицо. На твое настоящее лицо, в крови, слюни, с гримасой страха. Думаешь, оно отличается от твоего, когда ты пришел сюда? Ты всегда наблюдал за мной, не так ли? Ты следишь за мной по камерам? Голограммы, их как-то записали? Эти голограммы должны где-то храниться. Где-то здесь должна быть пленка, но где? Где Грин спрятал центр наблюдения? Посмотрим, куда ты меня приведешь. Так, это камера, да? Это опять не то. Кабели идут ниже. Блять, а как мне туда спуститься? А, погоди. Вот так, типа? Или... Колесики, колесики, надо хавать колесики. Эй, черт, не сейчас, я так близко. Так, походу отпустила. Вон оно что. Опустить полностью эту херню.
Значит, у горы Олимп есть собственный Аид. Промозглый ад, где люди расплачиваются за вечную помойку богов. Так, а что у нас? О, а это можно на следующую серию перенести, ребят. Так что всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, на Твиче есть стримы, Дискорд, ВК-группа. Все это есть, все ссылки в описании. Так что переходим, пользуемся и радуемся. Вот, ну а на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения, ребят. И до следующего ролика. Всем пока-пока!